тоже странные. Глаза такие узкие. Че, он такой, всем привет, да, такое? Да, всем привет. И ты немного о себе расскажи. Ну, не как ты обычно рассказываешь. Вкратце, да? Вкратце. Ладно, давай. Привет, ребята. Сегодня у нас в гостях... Интересная девушка. Представься, как тебя зовут? Меня зовут Вика. Все? Вика. Я очень... Ты сам говоришь коротко. Ну, конечно же, не так. Как обычно? Просто откуда ты? Просто я многие... боюсь камер. Ладно. Многие просто расскажу. Подумают, что ты из Кореи. Я почти из Кореи. Я здесь полгода живу. На самом деле я из России. Надо в камеру смотреть? Не обязательно. Можно не буду туда смотреть? Вот. Давай заново. Не-не-не, не переживай, не переживай. Я все равно все вырежу, все нарежу, будет офигенно. Я знаю, что ты все это туда ставишь. Родилась и выросла в России, в Хабаровске, потом училась в Питере. И сейчас я в Корее, полгода уже изучаю корейский язык. И как у тебя с корейским? Скажи что-нибудь по-корейски. Аньо. Я могу Аньо. Поздороваться, а остальное стесняюсь. А хорошо. Всем привет, ребята. Сегодня у меня в гостях очень интересная девушка. Привет, привет. Меня зовут Вика. Блин, я веду себя капец неестественно. Ее зовут Вика. Она... Вика зовут. Откуда ты? Я из России. Я из Хабаровска, и сейчас я в Корее изучаю язык. Полгода уже здесь живу. Мне нравится. Она русская кореянка. Я русская кореянка. И сегодня мы с ней прокатимся на вот этих велосипедах. Что ты можешь сказать насчет вот этого всего аттракциона? Что выглядит очень масштабно, и кататься я на велосипеде не умею, сидела один раз, но я попробую. Ты не умеешь на велосипеде кататься? Это будет годный контент, ребята, поехали! Погнали! Что я хотел рассказать, вот корейцы, как корейские парочки, очень любят проводить время. Они арендуют велосипеды и катаются вдоль реки. Река называется Ханган, да? Поэтому мы, как эксперты в области Кореи, покажем вам, как это делается. Мы попробуем. Я надеюсь, что мы уедем куда-нибудь. Она не умеет кататься, поэтому это будет интересно посмотреть. Какой ты выберешь? Красный. Я за красный. За красный? Ну, очевидно. Так, у нас двойное. Двойной велосипед. Да, мы решили не рисковать, потому что я, правда, сидела на велосипеде очень-очень давно. Я хочу тебе сказать одну вещь. Я 7 месяцев не сидел на велосипеде. Ну, 7 месяцев это не 7 лет, так что... Она меня верит, мне это нравится. Я верю. Я назад, можно? Я немного волнуюсь. Я снимаю, я, наверное, вообще зря я такой ракурс беру снизу. Мы договаривались, что я буду вот так снимать. Типа худая. Посерединке. Я смотрю не в камеру, потому что люди так странно на нас реагируют. Ну ладно. Почему они странно на нас реагируют? Потому что я азиатка, а ты европеец, наверное, поэтому. Так вот, я закончила, что там, школу в Хабаровске, да, потом меня занесло в Питер, и там я целых 5 лет отучилась на экономиста. Но не суть важная. Скорее, у меня живет бабушка, у меня здесь много друзей, и мне всегда хотелось пожить какое-то время здесь. А самый легальный способ оказаться в Корее – это приехать сюда учиться. Так вот, как бы, я и поступила. Да, мне все нравится в Корее, кроме людей. Самое, наверное, неприятное здесь в людях – это лицемерие. Просто люди не привыкли быть откровенными, что ли, друг с другом. В Корее очень важен статус человека в плане возраста или социальный статус. И если человек старше тебя там, даже на год, то ты уже должен использовать определенную форму уважения в своей речи и такие прочие вещи соблюдать, и в принципе уже не можешь говорить то, что ты действительно думаешь. Блин, трясется камера, и у меня щеки прыгают, я прям это чувствую. Нет! Короче, я слишком долго и сложно рассказываю. В общем, в Корее люди часто лицемерят и не говорят то, что думают, потому что они так воспитаны. Это очень, если вкратце. Мы выбрали не очень удачное время года, может быть, для съемки. Просто тут не так уж красиво. Я должна это говорить, нет? Ты должна нахваливать, наоборот. Нахваливать? Ладно. Короче, вообще очень классно.
Очень романтично. Очень романтично, просто я вся пропиталась этой атмосферой любви. В общем, впечатление не самое приятное, очень попа болит. Это важная информация. Ребята, я пропал. Я так надеялся, что ей понравится. Поэтому никогда не приглашайте девушку кататься на велосипеде. Да, этому пункту в нашей, как это называется, в наше путешествие ставим... Минус? Вот так. Вот так вот. Вот, ребят, мы очень замерзли, уже прям совсем руки красные. Взяли кофе, а сейчас покажу, как его готовить. На самом деле ничего сложного. Так, здесь можно купить прям готовый горячий кофе, но просто он обычно в железных таких жестяных банках и отдает металлическим чем-то на вкус, поэтому я больше люблю такие вещи. Мне тоже нравится. Я думала, что это кофе, но это оказался какой-то... Это кофе? Это кофе? Да, это кофе. А, да, это на запах кофе. Это просто... Выглядит как чай. Так, теперь мы идем наливать водичку. К подозрительным бочонкам. Весьма подозрительный бочонок. Вообще здесь все весьма подозрительно, просто нам очень холодно, и мы уже не выпендриваемся. Ну, вот это было так. Отлично сказано. Золотые слова. Так. Ну и, в принципе, думаю, что дан. Вот так вот. Ой, ты видел это? Что случилось? Я закинула туда трубочку, и она провалилась. Она оказалась там. Ну да, все для людей. В общем, пусть она там и останется. Ну, вообще, этот соус, он очень-очень-очень вкусно пахнет. Камера даже запотела. Так, давайте посмотрим содержимое этой коробочки. Здесь у нас... я не знаю, что это посуда. Для людей, которые на диете. А почему только одна? Одна посуда, у нас две палочки. Две палочки. Это у нас что такое, горчица? Корейская горчица? Так, даю эксперт. Что у нас скажет эксперт? Это что-то медовое. Я читаю хани. Это мед? Мосы. А, это горчица. Да? Горчица? Да. Медовая горчица? Медовая горчичка. А у нас две салфеточки. И смотрите, если вы покупаете... Это редька. Да, это мариновая редька, поэтому она всегда идет в комплекте. Если вы покупаете курицу, то обязательно к этой курице у нас редька вот с таким забавным корейским лицом. Да. Приступайся. Ну как тебе? Правда вкусно. Вкусно? Сколько баллов? 9. 9? 9? Просто потому что... Голодная? У нас был тур по всем таким местам, которые популярны именно среди корейцев. Именно среди парочек, может быть, даже? Да. То есть, как обычно проводят свидания, наверное, так. Мы пытались это все воспроизвести, чтобы они там... Да, мы решили воспроизвести и поняли одну простую истину. Катание на велосипедах – это не вариант. Не работает. Это не работает, это ребята. Не работает. Курочка, возможно, работает, но если... С пивом, если только. Если на улице не холодно, да. С пивом, ребята, поработает точно. Без пива не работает. Я еще такая, да. Так, ребята, мы с вами переместились на станцию... Мендон. Станция Мендон. Чем эта станция такая популярная? Здесь очень-очень много магазинов. Магазинов одежды, косметики и уличной еды. Сегодня мы с вами попробуем настоящую уличную корейскую еду. Так, фокус на меня, на меня, на меня. Знаешь, что это? Нет, что это такое? Вообще, это испанский десерт, чурос называется. Но я чурос? Да, но я его всегда видела такой беленький, просто в сахаре. А здесь он черный, со вкусом...
кажется, шоколады. Мне кажется, это вкусно. Прикольное. Так. Пробуй. Давай ты первая. Держи. Эть? Давай мне пультик. Мне кажется, это вкусно. Ну и как тебе? Вкусно? Попробуй. Давай до половины докушай, и мне даже. Пойдем. Вот так вот на улице и в метро часто продают сумки по $10. Это реально очень дешево. Любая сумка, ну такая, например, будет стоить рублей 500, представляете? Можно подарком закупиться просто вот так. Это чапча, да? Да. Просто мы с тобой зря поели курицу так много, и я... Я вообще не голодный. Я вообще не голодный. А ты фрукты любишь? Я очень люблю фрукты, особенно киви. Но в Корее и овощи, и фрукты дорогие. В магазинах прям все раза в три дороже, чем в России. А вот в такой, вот так вот на улице, вот эта штука будет стоить, даже не знаю, рублей 500, мне кажется. Какой бренд косметики тебе больше всего нравится? Тони Моли. Тони Моли и Этюд Хаус, вот это как раз где мы находимся. Все очень-очень-очень-очень милое. Арбузик с глазками. Смотри, и еще насчет реакции корейцев, да? Да. Ты ощущаешь вот их как бы необычную реакцию на тебя? И они просто принимают тебя за свою? Нет, не принимают меня за свою, просто потому что я одеваюсь необычно. Может быть, ты заметил, но очень ярко. Заметил. Да, очень ярко, и я думаю, что в основном меня принимают за японку. По крайней мере, я часто это слышу. Либо вслед, либо когда ко мне обращаются по-японски. Вот если бы ты меня не знала, на улице бы увидела... Я бы не сказала, что ты русский. Точно не сказала. На кого похож больше всего? Ну, хотя бы на американца, не знаю. На американца, да? Мне все говорят, первое место это Англия из умных очков. Второе место это Франция и третье место Германия. Когда люди, корейцы, узнавали, что ты не кореянка, а русская? Удивление, такое вроде как приятное удивление. Приятное удивление? Очень удивляются и спрашивают, и говорят, что ну, ты не похожа на русскую, и тогда достаточно сказать, что ты кёпо. Кёпо – это любой кореец, иностранец. И тогда сразу все становится понятно. Тогда они спрашивают, а где живет бабушка, как так получилось, знаешь ли ты корейский. И вот если ты говоришь, что ты корейского не знаешь, то сразу так типа, ну не очень хорошо относятся. Ой, это что-то такое. Что-то японское. Это игрушки, что ли? 3D пазл. Это какой-то пазл. 3D пазл? Стоит он аж на $30. Это что-то японское. Смотри, он реально 3D пазл. Страшные пижамки. Оценил. Идем дальше. Он крутяк. Да, круто. Тебе идет. А тебе? Ну-ка. Мне кажется, тебе тоже идет. Давай купим на двоих. Люди в черном? Люди в черном? Тебе еще ручка нужна такая, и типа стираешь память. Что такое серьезно? Это чуть поменьше, чем те.
Я похожа на Лепса. На секретаря похожа. Почему здесь такая странная... Спасибо. Почему здесь такая странная музыка играет? Вообще все идет, ты что? Молодец. Как? Подождите, все сложно в этой жизни. Что случилось? Идет? Это что-то такое миленькое, я вообще пант обожаю. Пант? Да. Смотри, какая милая. И она такая маленькая, и кажется, это магнит. Это реально магнит на холодильник. По-моему, я похожа на горничную. Я думаю, любители Японии это оценят. Мэйдо. Будем выбирать снеки и тестировать для вас, мои дорогие ребята. Хочешь киткат со вкусом васаби? Ой, или что это? Это зеленый чай. Ну, я думаю, это будет не очень интересно. Все уже попробовали его. Смотрите, тут у нас шоколад есть с айдолами. Я, правда, не знаю, кто это такой. Кто-нибудь из BTS или из X? Я, честно, не знаю. Не знаю. Я тоже не знаю. Давай вот это тоже. Пикачу, попробуем. Я тоже хочу. Пикачуха. Так, теперь. Давайте, ребята, пишите в комментариях, на кого она больше похожа. Знаете, я заметил такой интересный момент. Русские корейцы, они как-то отличаются от тех корейцев, которые вот в Южной Корее живут. Именно внешне. А почему? Внешне? Да, внешне. Я вот не знаю, вот лицо вообще не похоже. Вот русские корейцы совсем по-другому выглядят, как корейцы. Час назад ты мне сказал, что я похожа на кабучку. Ну, черты лица есть корейские, но все равно как бы разный вид корейцев получается. Мы просто красимся по-другому, если ты о девушках говоришь. Да, еще кореянки, они брови делают прямыми, да, чтобы моложе выглядеть. Да, прямые, более такие милые. И... А русские кореянки, они делают вот такие изогнутые дуги. И еще... Ну, на самом деле, я это видела, как ярко накрасилась, но кореянки обычно не делают такой яркий макияж и не накладывают так много теней. Хорошо. Короче, в общем, они просто натуральнее красятся, поэтому... Как-то разница ощутима, заметна. Я вот смотрю вот здесь на кореянок, да? Ты заметно отличаешься от них. Корона, где моя? А у тебя родственники откуда? Из Южной Кореи или Северной Кореи? Давай начнем с этого. Ну, изначально, когда они уезжали из Кореи, это была еще общая Корея. Но если территориально смотреть, да, территориально, то, пожалуй, северная. Северная. Да. Поэтому первое мое предположение, то, что на севере корейцы по-другому выглядят, чем на юге. Бинго! Точно! Я об этом не подумала, но, правда, есть даже такая поговорка или, короче, мнение, что в Северной Корее красивые девушки, а в Южной Корее красивые парни. Ну, отчасти можно согласиться. По крайней мере, точно я скажу, что вот так вот, гуляя по улицам, можно сказать, что симпатичных парней гораздо больше, чем симпатичных девочек. Особенно, если это не Сеул. В Сеуле просто много прооперированных. Да, тут Барби на каждом шагу. Смотри, а как люди знают, что на Северной Корее девушки симпатичнее?
фотографии какие-то доходят. Ну и не знаю, как повелось. Сейчас. Подожди, надо же еще нажать. А можно в самую большую? Вот так. Это было совсем мимо. О, ты видишь? О, попала. Ой. А почему она не захотела? Она не хочет. О, видел, я попала. О, крутяк. Твоя последняя осталась. Она слишком маленькая. Мне напоминает... По-моему, ты снайпер. А еще? Давай еще. Если вам понравился этот выпуск и вы хотите увидеть продолжение, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующих видео. Пока! Также, если вы хотите изучать японский язык, то переходите по ссылке в описании под видео, там вы получите первый бесплатный урок японского языка.